Одной из популярных форм организации детского отдыха в рамках программы «Лето» являются велопоходы и велопробеги. Цель таких мероприятий – не только оздоровление, но и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь велопутешествия всегда тематические. Каникулы в разгаре, но пятая школа не пустует. Во дворе многолюдно. Ребята проходят инструктаж по правилам безопасности. Перед очередным выездом на двухколесном транспорте. В период летних каникул велопоходы по местам боевой славы стали традиционными. Такие однодневные путешествия проходят на базе школы каждые 2 недели. Одно из направлений – это, конечно же, спортивное направление. Но оно не только спортивное, оно еще и патриотическое. Вот сегодня очередной велопробег. Велопробег, который по местам боев, боевой славы, по местам тех наших памятников, которые находятся в Славянске на Кубани. Они не только ездят, но они еще и узнают историю. В рамках велопохода юные славянцы посетили памятные места – места захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. От легкой усталости не осталось и следа, ведь ребята побывали в тех местах, которые помнят о беспримерном мужестве героев. Мы много узнали, проехали много памятников о памяти о войне. Поняли, что надо чтить и уважать тех людей, которые нас защищали на войне. Это был увлекательный день. Вместе я никогда так не ездила на великах, так много. Мне очень понравилось. Мнение участников велопохода едино. Мы должны помнить ушедших героев и чтить память о них. Ведь эта память – неотъемлемая часть нашей истории. Алена Лавринова, Александр Косицын, Тина Копачевская, программа «События».